пунктом первого, второго тоже обнаружили. Позиционка известна. И вопрос, вот как это доиграть. Доигрывается все, конечно, не сверхфилигранно, но эпизод 2 в 3 Нави получают. Это меньшинство, но установленная бомба и фраг СВП, например, могут сейчас все изменить. И вот не вышло, не вышло попасть. Ох, как же вовремя залетает коктейль Молотова в Т-шку. Черепаха остановлен. Но вот сплит выбивания все равно будет. Один с ХП у Элика, нет флеш. Надо, ну, либо рисковать, либо играть до конца. Все, он услышал. Симпл забирает первого, второго. Электроник четко. Четко сыграли Нави. Вот ту же секунду, как Симпл делал свой минус, Электроник ворвался с окна и забрал второго, выбирающего с ворот. Тартова один против двоих, но времени уже банально не остается. Отсутствие дефьюз китов, надо бы сейвить. Но бразилец решил уйти до конца. Пытается обезоружить игроков команды Нави. Ну, задача минус Электроник справился. Саша Симпла ликвидировать не получилось. Да и то справился с Электроником.